Всем привет, ребят. Опять очередное чудо из Китая. Идет телефон Dougie Shoot 1. И впечатление, что я походил, попользовался. И впечатление о телефоне хотелось бы рассказать изначально. Ну, естественно, дизайн будет. Спинка у нас оказалась не из металла, а из пластика, что сделанный по специальной типа технологии, ну, типа, с нанесением, там всякая херня идет. Но, типа, если честно, я все-таки думал, что из металла будет. И есть чуть-чуть, вот если здесь, ну, типа, прижимаете, я не знаю, ну, типа, услышите, что есть чуть-чуть в похрустывание. Что все-таки, ну, типа, к сборке чуть-чуть оказались, ну, типа, претензии есть. Что кто типа, купляли, что, в принципе, такой телефон, что все только из-за камер двух. Но, если честно, ну камера оказалась, короче, здесь классная, но чтобы сказать, что шикарнейшая, я не могу сказать. Тем более, что телефон стоит всего-навсего $100. Но это такое дело. Ну так, смотрите, чтобы вы увидели, что здесь у нас оказалось, ну, короче, две камеры, вспышечка. Кстати, оказалось, ну, сильная действительно. Здесь у нас есть микрофон. Здесь кнопка включения и комбинированный для сим-карт слот. Идет здесь 3,5 джек есть. Здесь кнопки громкости у нас. Здесь динамик есть, USB и микрофон. К несчастью, оказалось, что индикатор в телефоне отсутствует. Если честно, это немножко меня огорчило. Что, в принципе, ну, телефон еще прикольный, но что индикатор оказался, было бы чуть-чуть поинтересней. Естественно, чуть-чуть, чтобы вы увидели, ну, типа, из размеры от компании телефон, ну, типа, Ulefone Tiger. Вот так, что, в принципе, похоже. Толщина, здесь аккумулятор 4200, а здесь официально 3200, если мне память не изменяет. Так, сюда и сюда. Я так думаю, вы увидите. И сюда. Ну, спинки, что видите, здесь из пластмассы, оказалось, тут из металла, что, в принципе, вот так, если смотрите, ну, со стороны, то, в принципе, же копия оказалась, но все-таки оказался, ну, типа, действительно из пластика он. И с 5-дюймовым телефоном от компании UMI, чтобы вы увидели. Так они идут. Толщина. Раз. Я привожу сюда, чтобы вы увидели. Так, поближе. Но все-таки ощущается, что вполне и спинка вот так. Что плюс-минус. Ребят, ну, я так думаю, вы увидите, что все-таки отличается в телефоны и есть отличие. Ну, что, в принципе, оказался, что телефон комфортно держать, и дискомфорта я вот не испытывал с ним, что, в принципе, все классно. Сканер, кстати, оказался здесь, что включается и срабатывает, что, в принципе, куча все классно, и претензий, ну, куча к сканеру, а тем более, что это дуги, я вообще, ну, куча все классно, что включается, ну, типа, терпимо, что единственное, типа, пятерочка за сканер. Ну, естественно, я делаю вот так, чтобы вы увидели вживую все. И смотрите, экран у нас идет, ну, типа, Full HD, 5,5 дюйма. И просто в подсветку сделаю по минимуму. Есть. Абсолютно все темно. И сделаю по максимуму сейчас. Есть. Что видите, ребят, если захотели, что включаете в такси, если захотели, оказалось, есть функция вот такая, что включается интернет, типа, подсветка, типа, уборка, типа, и будильники, что, в принципе, ну, все классно. И кнопочки у нас есть. Что включаете, что приложение есть. Я не знаю, что это за кнопка. Я включал, але толку я ну, оказалось, что так и не понял, ну, типа, для чего она используется. И оказалось, ну, типа, прикольно, что функция у нас есть еще так. Что включаете, и что видите, и что сделать контакт. Есть, например, типа, смс-ка, отослать смс-ку. Что, кстати, оказалась интересная штука и с приложениями. И, типа, если включаете, вот смотрите, сюда, вот, например, типа, OVX. Такая функция. Ну, куча оказалось, это все классно и супер, что действительно все хорошо. Включаем видео, ребят, вам сразу. Так, где у нас установлен MX Player? Одну секунду, будем искать его. Есть MX Player. Я специально скачал 4К видео и Full HD, и включаю и первое, и второе, чтобы вы увидели, как включается, в принципе, и картинку, и звук. Все сразу. Что это экран, что включенный по максимуму, кстати. Подсветка. Вот так, ребят, смотрите. И за компанию динамики. Что видите, все-таки 4К оказалось в телефон. Ну, типа, оказалось МТК 6737. Но чуть-чуть
оказалось чуть-чуть куча, некомфортно ему с таким видео. Здесь не, такое никуда не денется. И включаю Full HD видео, чтобы включилось со скоростью звука. Картинка, думаю, вы увидите, изумительно идет. Все. Так, сюда. Раз. И вперед. Может, чтобы светлее было, как вы увидели. В принципе, думаю, вы это все увидели, и останавливаться здесь уже вот не имеет смысла. Естественно, включу из музыкой, чтобы вы динамик услышали, как кричит. Я не знаю, скачал все, что попало, чтобы громкость полная, чтобы вы увидели. Скажем так, куча динамик здесь на типа, четверочку, что в принципе все терпимо, но чувствуется, что пластик, я не знаю, впечатление, знаете, такое, как будто я, куча громкости есть, но не вмещается, она для этого динамика. И с наушниками за $1, и что в принципе все терпимо, оказалось, слышимость, и что я говорю, фирменные, я не куплял для себя, а с дешевыми, что в принципе все комфортно было, и по музыке оказалось здесь вообще, что в принципе оказалось, столько куча претензий, абсолютный ноль. И, кстати, со сканером оказалось здесь куча прикольная функция, если делаете вот так, что не прикасайтесь, а поглаживайте его, если захотели, опа. И выступает. Что, в принципе, куча интересная идея, но по факту я не знаю, чем использовать эту кнопочку, зачем оканчивается это все. Естественно, включу вам интернет, ребят, чтобы вы увидели, как включается, и что телефонный интернет у нас на Украине, 3G интернет идет, то я специально включаю как есть. По поводу четверочки, я не уверен, что у нас будет в перспективе. Включаю телефонный, например, где я покупаю, что в принципе, как и все из Украины, из России, я так думаю, из Белоруссии, из Казахстана, что все покупают так, как мы. Это что у нас осталось здесь? Включенная музыка. Так, AliExpress что-то не получается, и давайте попробуем 4 в PDR-у, я так думаю, лучше попробовать. PDR-у. Есть. Что ждем? Оказалось, что-то чуть-чуть, интернет притормаживает у меня, то, в принципе, что я и не удивляюсь, что такие приколы оказались. Что я извиняюсь, ребят, но, что видите, что все-таки все включилось. Я так думаю, сейчас уже стабильный пинг будет идти, и картинка вполне терпима. Смотрите, ребят, идет сюда, что, в принципе, все включается относительно, оказалось, что быстро и нормально. Вот, если захотели, включаем. По форуму, в первую помощь, например, если вдруг кому-то интересно будет, есть, что включаем сюда, что телефонный интернет, что в принципе, что вы увидели, как все включается, опять же таки, опа, что включили, что все со скоростью звука включается, что в принципе все комфортно и оказалось, здесь и комфортно, и классно. И YouTube специально включу, что все интересуются, а как, включается и картинка какая будет. Смотрите, ребят, сюда, что я извиняюсь, что за время, аж телефонный интернет, я специально, например, что там у нас есть. О, это Дуги Шут. Оказалось, видео, что я писал. Ждем, чтобы запустилось. Есть, смотрите, сюда. В качество, что смотрите, чтобы вы увидели, оказалось, включается Full HD, у нас есть. Это классно, и картинка оказалась изумительная. Вот если смотришь, Full HD видео, то вообще супер. Я вам говорю, вот я не знаю, что в принципе в камере вы, увидите, но впечатление, здесь класс, и претензий вот нету. Вот единственное, пока оказалось из претензий у меня к телефону, это только отсутствие индикатора, и что корпус, из пластмассы, и что куча динамики, что в принципе здесь, терпимо. Общался с людьми,
оказалось, ну, слышимость, типа, комфортная, ну, и удобная, и что здесь оказалось, ну, что претензий абсолютно ноль, и, ну, короче, все классно. Естественно, включу Antutu, ребят, чтобы вы увидели, ну, короче, все тесты, я так думаю, всем будет интересно, какие циферки у нас будут. Включается Antutu, ждем, смотрите, что, в принципе, ну, типа, для МТК 6737 шикарнейший результат, и что все классно. И, вот так. Идем сюда, информация, что пишет Дуги, что первый, Android 6, МТК, смотрите, оказался, ну, турбированный, кстати, экранчик, ну, Full HD, и камера, типа, 16 пикселей у нас идет, ну, я так думаю, это для галочки. Оперативки 2 гигабайта и десятка оказалась из такой. Есть, идем сюда, CPU, чтобы вы увидели, 6737, у нас есть дисплей, ну, я так думаю, что все знают, и по точкам все оказалось, ну, с 5 только точками, но вполне комфортно ощущается, и, ну, типа, и претензии, что, в принципе, оказалось 0, что камеры, типа, 16 и 13 у нас есть, ну, что, в принципе, тут 16, я сомневаюсь, есть, что 13, что, в принципе, да, но, типа, а вы знаете, если честно, ну, здесь, короче, пятерка, это самое больше, я так думаю. Шестой Android, ну, в принципе, тут все. Упускаем эту штуку, естественно, хотел бы вам, сейчас одну секунду искать буду. Есть, смотрите. Нет, это нам не надо. Оказался, ну, с датчиками. У нас есть акселерометр, чтобы вы увидели. Раз, что, в принципе, все комфортно, ну, срабатывает. Оказалось, ну, что здесь есть. Освещение. Я не знаю, сюда. Опа, чтобы вы увидели. Есть, есть. Видите, что все включается и срабатывает, в принципе, терпимо. И датчик ориентации, опять же таки, опускаете и наклоняете, что все здесь, в принципе, тоже good. Так, сюда один раз. Смотрите, с приближения. Но все включается, ну, типа, и срабатывает, что, в принципе, комфортно и удобно. И в чем плюс? Ну, что компас есть. Что, я вам скажу, это классно, куча, действительно, ребят. Ну, куча, вот все интересовались, у меня кто телефон еще куплял. Ну, куча, вдруг там есть компас, что, в принципе, ну, типа, компас есть. В таком случае это классно для телефона. Так, естественно, включаю в галерею. Дозволите. С камеры нет, нет, нет. И снимки экранчика. Смотрите, опять же таки, Antutu у нас идет. Ну, типа, GPS оказался, у нас есть. Ну, типа, его у нас и GPS. И включается, кстати, ну, типа, 15 секунд. Типа, поймала, типа, столько спутников. Что, в принципе, здесь классно. Тоже пятерочку уже ставлю за GPS. Что, в принципе, все классно. Оказался, одну секунду. Опять же таки, оказался, ну, типа, 3D Mark. Смотрите, 166. Я так думаю, что, в принципе, тоже классный результат. Вполне. Это Geekbench 4. Смотрите. Сюда есть и Epic Citadel, я так думаю, вы увидите, что, в принципе, оказалось, ну, пусть слабенький результат, но, в принципе, я вам говорю, ну, что это МТК, что, в принципе, вот я и не ожидал, ну, что все классно будет. Естественно, включу вам, ну, игрушку какую-то, ребят, чтобы вы увидели, что я ну, типа, стабильно, что включаю ее, ну, типа, для впечатлений о телефонах, я так думаю, что вам будет все комфортно, но чтобы вы, ну, типа, и увидели картинку вживую, самое главное. Ждем. Музыка, мой вертолет. Ну, попробуем. Сначала влево, потом вправо, вправо. Есть. Ну, ребята, бой. Я картинку я в камере немножко поменял. Что я так обожаю в игры играть просто. Сделаю чуть тише, что громко. Включит аж, если честно. Ого. Мне, кстати, комфортно оказалось. Игра идет, учитывая, что Full HD экран. Даже все на уровне, если честно. Но все-таки, что вы видите, чуть-чуть оказалось притормаживает, как на мой взгляд, например, если честно.
Давай. Ты можешь. Пошел ты, блин, отговнюк. Давай. Есть. Давай, 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 давай. А тебя, блин, давай. Ты же можешь нормально ехать, если захочешь. И снова идем вперед, но уже оканчивается гонка, в принципе, почти. Но, думаю, все и так картину общую увидят. Все, ребят, смотрите. Ну, что, думаю, вы игрушку, ну, типа, увидели. Аккумулятор. Аккумулятор, кстати, оказался, и хотя, ну, типа, экранчик и крупный, и, ну, чуть-чуть, ну, типа, оказалось, ну, типа, и точность аккумулятора, что китайцы же кинули нас, но в принципе я вчера типа с 5 утра включил и так, ну, типа, и конкретно использовал, то я в 11:30 спать, ну, слегал, и типа 18% аккумулятора оставалось. Аккумулятор оказался супер. И чтобы вы увидели, ну, какой в действительности, ну, я, ну, не в действительности, а то, что показал мне тестер, по крайней мере. Я так думаю, что вдруг кому-то эта информация будет интересна за компанию, чтобы, ну, типа, увидели, ну, типа, ОТГ, сколько времени. Я так думаю, что, в принципе, куча все классно, я говорю, ну, что претензий, ну, типа, как, ну, к аккумулятору, здесь куча все классно, что сделано вот на ура. Что действительно, что классно, и телефон за такие деньги, я считаю, супер. Типа, их покупки, ну, вообще рекомендую. И по камере, естественно, я, ну, чуть-чуть впечатления, ну, типа, добавлю вам, чтобы вы увидели. Что видите, ну, все куча их купляли вот именно, ну, типа, специально, ну, типа, из этой функции. Вот чтобы вы увидели, это если взяли вот так, что включаете тут, вот, например, эту штуку, класаете сюда, есть в боке, окей, и включаете, чтобы испортить чуть-чуть в картинку, ну, сзади. Что видите, она чуть-чуть похуже, но если честно, я вам скажу, ну, я, куча, включал эту функцию, и первое впечатление, ну, так себе, знаете, терпимо, но, куча, переплачивает за такое деньги, я считаю, что, ну, типа, оказалось глупо. В конце, ну, типа, примеры, ну, типа, и фото, и окажется, ну, типа, примеры, ну, типа, и фото, и видео. Все, ребята, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока! Ну что, ребята, всем привет. Так снимает телефон Dougie Shoot. Видео типа Full HD должно быть. Я не знаю, что я снимаю свой дом, где я живу. И за компанию, чтобы вы и картинку увидели. Сегодня погода изумительная, чистое небо. Чтобы вы так и движение автомобилей, как ездят на солнце. Свет. Сюда. Сейчас будем за компанию. Автофокус, я не знаю, так может лучше будет. Раз. Или включается. Два. Три. Дистанция. Раз, два и три. И стабилизацию. Я попутно идти буду. И чтобы вы увидели, как включается и срабатывает стабилизация в телефоне.
телефона держу одной рукой, что, в принципе, скользко у нас погода. Чуть-чуть не ахти, то холодно, то жарко, но чтоб, я так думаю, вы увидите все. Идем. Я сомневаюсь, что кому-то интересно, что смотрите, что здесь я живу, в квартире, правда. И попробуем, чтоб текст. Одну секунду. Раз и два. Автофокус. Есть. И на...